Всем привет! Сегодня вместе с вами хочу связать сумку шопер из трикотажной пряжи. Для работы нам понадобится трикотажная пряжа. Я взяла 3 мотка. У меня трикотажная пряжа тоненькая. Я ее покупала в магазине Нитка Шоп. Ссылочку на магазин и на пряжу оставлю в описании под видео. Также там я приобрела вот такие вот ручки для своей сумки. Ссылочку тоже на них оставлю. Можно, конечно, связать ручку своими руками, но я решила сделать кожаные ручки, поэтому уже взяла готовые. И также нам, конечно, понадобятся крючки. В моем случае я буду использовать крючок 3 мм или 5 мм. Сейчас посмотрю, с каким удобнее будет работать. И ножницы для того, чтобы обрезать пряжу. Давайте приступим. Первое, с чего нужно будет начать, берем пряжу и делаем вот такую вот петелечку. Далее при помощи крючка захватываем нить, вытягиваем петлю вот таким образом и провязываем еще одну петелечку сюда. Далее после этого нужно будет провязать еще 2 петли сверху. Для чего нужно делать такую петлю? Для того, чтобы когда в итоге мы свяжем, можно было затянуть центр. Как бы вязать легче, когда центр большой, а потом уже, чтобы отверстие было максимально маленьким, его можно будет стянуть. Далее после того, как набрали воздушные петли, нужно будет провязать прям круг 3 столбика с накидом. Каким образом нужно будет провязывать столбики с накидом? Делаем накид, вводим крючок прямо в отверстие, захватываем пряжу, вытягиваем петелечку. Вот получилось у нас 3 нити на крючке. Далее провязываем 2 первых и еще 2. Вот первый столбик мы связали. Точно таким же образом нужно будет провязать еще 2 столбика. В процессе вязки можете захватить не обе нити, а только одну, допустим, вот эту вот рабочую. А эту можно будет потом обрезать. Но скажу по своему опыту, так как все равно потом будем стягивать, кончик будет длинный, я захватываю обе. Начало сумки мы вяжем по подобию бабушкиного квадрата. Думаю, если вы часто вяжете крючком, то знаете, что это такое. Связали 3 столбика с накидом. Первый у нас считается как уже столбик, воздушные петли считаются как столбик. Далее набираем 2 воздушные петли и опять провязываем 4 столбика с накидом. Точно так же, как до этого. Так как сумки я вяжу не в первый раз, скажу вам сразу, что лучше, наверное, вязать туго, для того, чтобы сумка была как можно жестче, плотнее и держала форму. Ну, если вы любите мягкие сумки, то можете взять крючок, допустим, побольше и вязать посвободнее. Я лично люблю, когда они более такие крепкие и плотные. Так, провязали 4 столбика с накидом, опять делаем 2 воздушные петли, провязываем третью сторону, опять 4 столбика с накидом. Вообще ничего сложного, как бы тут у нас в основном состоит сумка из воздушных петель и столбиков с накидом. Никаких вензелей, ничего такого особого не будет. Я думаю, справится каждая. Даже самая начинающая рукодельница сможет связать себе такую сумку. Так, 3, 4, так, 3 стороны провязали. И последние, так, 1, 2 воздушные петли и опять 4 столбика с накидом. 1. 2, 3, 4. Далее делаем 1 воздушную петлю и в третью петлю, 1, 2, 3, третью петлю снизу делаем соединительный столбик. Вот таким образом, смотрите. И после этого можно середину затянуть настолько, насколько вам позволяет ваше вязание. Отверстия практически нет, можно сказать, оно так сильно затянуло, что чуть-чуть прям осталось. Кончик я потом спрячу в вязание. Не пугайтесь, что он остался такой длинный, как бы его все равно не будет видно. Далее следующее, что делаем, опять набираем 1, 2, 3 воздушных петли. Набрали 3 воздушных петли. Это у нас идет как первый столбик. Далее провязываем столбики с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Так, 3. 3. И вот в уголки нам теперь нужно. Делаем столбик с накидом. Как бы провязываем 2 столбика с накидом. Воздушные петли предыдущего ряда, делаем 2 воздушных петли и опять 2 столбика с накидом в этот же уголочек. Далее нужно будет провязать столбики с накидом в предыдущий ряд, второй столбик.
Так, третий столбик. Четвертый столбик. Получается так, что у нас с каждой стороны по 4 петли прибавляется. В данном случае я 4 провязала предыдущего ряда и добавила по 2 столбика с каждой стороны. Опять дошли до угла. Столбик с накидом. Первый, второй столбик с накидом. 2 воздушных петли. 1, 2. И сюда же в уголочек опять 2 столбика с накидом. Дошли до третьей стороны. Опять провязываем столбики с накидом в петли предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Дошли до угла. 2 столбика с накидом в уголочек. 2 воздушных петли, опять 2 столбика с накидом, тоже в этот же уголочек. И идем вязать петли в предыдущий ряд. 1, 2, 3. 4. Так, четвертый у меня не получилось. 4. Вот она. Дошли до уголочка. И так как мы начали вязать сразу стеночку, нам нужно сейчас провязать уголочек. Опять в уголочек 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли. Немножечко подтягиваю, потому что иначе нет отверстия, нет места. 1 и 2. И при помощи соединительного столбика соединяю все это в третью петлю, которую провязала ранее. Вот. Далее точно таким же образом нужно будет связать донышко до того размера, как нам нужно. Как бы донышко вяжется у нас отдельно, далее пойдет немножечко по-другому. Я вместе с центром всего провяжу 7 рядов, то есть 2 ряда. Я уже провязала вместе с вами, мне осталось провязать еще 5 рядов. Я это сделаю за кадром, так как в принципе действие тут повторяется, не буду тянуть время, провяжу без вас. Я думаю, тут ничего сложного, и каждый из вас сам справится. Донышко готово. В итоге у меня получилось не 7 рядов, а 8, потому что я связала 7 рядов, и мне показалось, размерчик маловат. Я решила увеличить на 1 ряд. Также пряжу я лишнюю отрезала, так как у меня заканчивается вязание в середине, а удобнее будет дальше вязать, если начать от угла. Я не буду сейчас прятать этот хвостик, так как я его в итоге сейчас же ввяжу, и вы увидите, как это будем делать. Следующее, что нам нужно сделать, будем вязать боковые части сумки. И так как у меня еще 2 цвета, я буду их периодически менять. Но давайте приступим. Ввожу крючок в боковину. Далее, каким образом вяжу, вытащила петелечку и после этого набираю 3 воздушных петли подъема. Вот как бы 1 первая, 1, 2, 3. 3. Вот, 3 петли подъема. Далее ложу хвостик на вязание и буду его ввязывать. Следующее, что нам нужно сделать, перед тем, как приступить вязать, нам нужно будет посчитать количество петелечек. Если вы также связали, как и я, 8 рядов, то у вас будет 32 петли с каждой стороны. Вообще, количество петель не имеет значения, может быть, хоть какое количество. Единственное, что нам нужно сделать, это найти середину. С каждой стороны у меня по 16 петелечек должно остаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот 16 и 17, эти у меня серединные. Их я сейчас отмечу. К сожалению, специальной булавки не нашла. Вот таким образом буду помечать. Вот, просто возьму обычную булавку, вот такую. Так вот, воткну то, что у меня это середина. И еще одну, это тоже середина.
для чего это нужно. В последующем эти две петелечки у нас провязываться не будут, а две петли перед и после них, как бы здесь две петелечки и тут две петелечки, они будут провязываться две в одну петлю. Середину у нас вообще провязываться не будет. Это нужно для того, чтобы у нас сумка пошла вверх и получились примерно такие же отверстия, только уже по бокам. Набрала 3 воздушных петли подъема. Давайте приступим к вязанию. Далее делаю накид, ложу хвостик на вязание. Таким образом у нас все это вяжется. И ввожу крючок в петли предыдущего ряда и вот провязываю столбики с накидом. Ну, как бы вяжем точно так же, как до этого. Ничего сложного. Можно хвостик не ввязывать, можно потом его спрятать. Но мне так удобнее. Просто положил на вязание, и как бы тут же оно все вяжется, и видно этого не будет. Таким образом будем вязать до того, пока у нас не останутся 2 петли до отметочек. И посмотрите, вот таким образом я ввязала сюда полностью хвостик. Осталось совсем чуть-чуть. Делаем последний столбик с накидом. Придерживаем, чтобы у нас этот кончик не выглядывал. И все. Полностью вязался. Его видно не будет. Провязываю еще пару столбиков с накидом. Осталось 2 петелечки. Далее каким образом вяжем? Делаем накид, вводим крючок, вытягиваем петлю, провязываем 2 петелечки. Дальше не вяжем. Опять делаем накид, в следующую петлю вводим, вытягиваем 2 и когда у нас получилось 3 петли на крючке, опять захватываем нить и провязываем вместе. Таким образом у нас получилось, что мы 2 столбика с накидом провязали в 1 столбик с накидом. Далее 2 отмеченные петелечки мы не провязываем, мы их оставляем. И вводим крючок уже через 2 петли. Также делаем накид, вводим крючок, провязываем первых 2. Не довязываем до конца. Опять делаем накид, следующую петлю. Вытягиваем, провязываем 2 и после этого провязываем все вместе. Вот, далее можно отметочки убрать. И после этого вяжем, как вязали до этого. Каждую петлю предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом. Дошла до угла, угол вяжем точно так же, как вязали до этого. Тут единственное, где изменение, это в середине ряда мы должны как бы сделать отверстие и убавочку. Для того, чтобы сумка у нас начала идти вверх, а не в бок. Также провязали в отверстие 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли, опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее вяжем точно так же, как с этой стороной. Опять находим 2 серединные петли. Опять их отмечаю. Допустим, это вот эти. Я пока наугад говорю, потом посмотрю, как точнее будет. Опять 2 петли перед ними провязываем в одну, потом 2 петли не провязываем, 2 петли после, опять соединяем в одну, как бы здесь у нас будет убавочка. И таким образом я провяжу весь ряд. Я думаю, тут уже показывать не буду. То же самое, как бы и так понятно, что, зачем, почему. Кстати, когда здесь ввязывала, забыла эту ниточку, надо было ее вязать. Вязание, ну ладно, я ее спрячу позже. Когда закончу вязать этот ряд, покажу, как нужно соединять ряды между собой. Давайте еще раз вкратце повторю. Тут у нас 32 петли. Нужно отсчитать 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, вот почти угадала 16. И тут тоже так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот. С каждой стороны серединные петли вот так вот отмечаю. Далее до них я также вяжу по одному столбику с накидом каждую петлю предыдущего ряда. Не забывайте, что 2 петли до этого мы будем провязывать вместе. Вообще, в принципе, можно было не дублировать, я думаю. Тут и так все понятно, как бы все легко и просто. Ничего сложного. Так, еще чуть-чуть. Клубочек мой практически уже закончился. Не нашла я булавки специальные для вязания. Есть они у меня? Просто не знаю, где лежат. Вернее, не стала тянуть время. Появилось вдохновение и время. Захотелось связать сумку. И я просто кинулась это делать. Решила, что не хочу отвлекаться на другие посторонние моменты. Иначе запал пройдет и все. А пока есть желание, нужно действовать. Так, 2 петелечки до отметок. Не забываем. Делаем накид. Вводим крючок, вытаскиваем петлю, провязываем 2. Опять делаю накид, ввожу крючок, провязываю 2.
Осталось у меня 3 петли на крючке и провязываю их вместе. 2 петли пропускаем. Можно уже вытащить, в принципе, так понятно. 2 петли пропускаю. В третью ввожу крючок с накидом. Также вытягиваю 2 петли. Вот так. Опять накид. Опять вытягиваем. 2 провязываем. 3 петли на крючке. И провязываем все это вместе. Далее вяжем опять по одному столбику с накидом в петли предыдущего ряда. Далее, думаю, показывать не нужно. Последующие стороны вы свяжете сами, так как тут и так все понятно. Точно так же, как на первой стороне, на второй, третьей, четвертой будет все идти таким же чередом. На уголках не забывайте делать прибавление, как бы углы у нас провязываются точно так же, как до этого. Все, дошла до угла, также провязала уголочек, 2 воздушных петли. Здесь у нас уже дальше начало ряда. Вводим крючок в третью воздушную петлю предыдущего ряда и при помощи соединительной петли соединяем ряды. Далее будем вязать точно так же. 2 петли мы оставляем, их не провязываем, 2 перед ними мы убавляем. Я думаю, дальше уже показывать не нужно, как бы и так все понятно. И дальше уже булавки даже ничего такого не нужно, как бы видно, где у нас убавка, и видно, какие петли будут оставаться не провязаны, как бы те столбики с накидом, которые вы 2 соединяли в один, вот они и будут не провязываться в этом ряду. Таким образом, я буду вязать высоту до тех пор, пока меня не устроит высота сумки, ну, примерно где-то 26-28 сантиметров. Я думаю, наверное, рядов 12-14, может, чуть больше. Провяжу вверх и покажу, что будем делать дальше. И дальше уже нужно будет просто пришить ручки. Вы делаете ту высоту сумки, которую вы хотите. Тут все индивидуально, как и с размером донышка. Высоту сумки также можно делать ту, которая вам понравится, и остановиться можно в любой момент. Связала сумку. В итоге у меня получилось 12 рядов. Каждого цвета у меня по 2 ряда. Получается, что я начала вязать боковушку с желтого цвета, закончила белым. На самом деле хотела немножко больше, но мне не хватило цвета. Не хватило пряжи. Ну ладно. В принципе, и так нормально. По высоте моя сумка получилась. Так, давайте посмотрим. Если смотреть, в принципе, по высоте она получилась у меня 26 сантиметров. Очень даже неплохо. Можно дальше и не вязать. Я просто хотела закончить сумочку желтым цветом, но раз уж получилось, что закончилось белым, то пусть будет так. Внутри ниточки я еще не убрала, последние нити я просто завязала между собой узлом. И потом возьму крючок поменьше, не тот, которым вязала. Вязала я номером 3, но возьму потом поменьше и спрячу все лишние нити в изделие, чтобы ничего не торчало. Как показать, даже не знаю. Давайте сложим, что ли, ее вот так вот. Такая вот она получается в итоге. Классная сумка. Так, и давайте, единственное, что осталось сделать перед тем, как начать пользоваться, нам, конечно же, нужны ручки. Вот такие ручки я хочу прикрепить сюда. В данном случае я буду цеплять за верхние ряды вот таким образом. Просто возьму кусочки пряжи. В моем случае я, скорее всего, возьму даже желтую, потому что, думаю, белый у меня здесь не хватит для того, чтобы все это завязать. Попробую сейчас обойтись белой. Но если в итоге не получится, то буду использовать желтую. Каким образом я буду все это завязывать? Покажу на примере белой, так как она у меня отрезанная, как бы, вернее, здесь остаточек. А в итоге буду использовать желтую. Ввожу крючок в отверстие, захватываю нить и вытягиваю один конец туда. Второй конец я сделаю вот так вот, крест-накрест. Получается, здесь будет вот так, потом выведу отсюда кусочек пряжи и вот так вот. Тоже воткну туда в отверстие и сзади все это завяжу таким же узелком обычным. Таким образом я зафиксирую обе ручки на изделии. Здесь, здесь и точно так же с обратной стороны. Можно, конечно, связать ручки своими руками из трикотажной пряжи. Я уже таким образом как-то вязала рюкзак. Ручки делала сама, но в данном случае мне хочется использовать кожаные ручки, так как они тоже будут смотреться очень-очень прикольно. Ну и давайте одну ручку все-таки сделаем вместе с вами. Отрезала небольшой кусочек желтой пряжи. Смотрю, чтобы ручка была ровно посередине. Ввела крючок, захватываю пряжу, увожу туда один конец. Далее веду крючок сюда, увожу туда. Теперь ввожу крючок сюда. Захватываю пряжу, вслепую захватываться, ввела крючок и вот захватываю вот этот хвостик, вытягиваю его сюда, поворачиваю пряжу, чтобы она лицевой стороной смотрела. И теперь этот же хвостик я вытянула, вот таким образом все это фиксирую, ввожу крючок, захватываю пряжу и ввожу
на обратную сторону. Вот таким образом. Все. Здесь натягиваю, чтобы было все плотненько. А с обратной стороны просто завяжу узелочек. Сделаю это потуже. Так вот, у трикотажной пряжи есть свойство растягиваться. Можете продублировать в несколько слоев, но я думаю, я сильно сюда нагружать ничего не буду. И одного слоя вполне достаточно. Вот. Завязала пару узлов. Далее пряжу спрячу в изделие. Буду стараться не выходить за ручку, так как у меня здесь все-таки белый цвет. Прячу здесь же. Точно таким же образом я закреплю на сумке все остальные части ручки. Пришила ручки. Вот так в итоге это получилось. На обратной стороне, конечно, немножко видно, но, в принципе, для меня это не критично, так как я и не старалась спрятать эти узлы. Как бы главное, чтобы снаружи было красиво, а внутри все равно, кроме меня, никто ничего не заметит. Сумка получилась классная, объемная. Ручки отлично сочетаются, как мне кажется. Не знаю, мне очень нравится сочетание вообще всего этого. И даже то, что белой пряжи не хватило, и я пришила ручки желтым цветом, закрепила, мне кажется, смотрится намного гармоничнее, чем до этого. И да, по прошествии того, что я связала, у меня остался вот такой маленький моточек желтой пряжи, а белой осталось вообще совсем немного. Чтобы вы знали, последний ряд мне даже пришлось перевязывать, как бы немножко так натянуть пряжу, потому что буквально вот такой вот кусочек мне не хватило для того, чтобы довязать, и я немножко решила перевязать. Мне все-таки хотелось закончить также двумя рядами белого. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Понравился данный мастер-класс по вязанию трикотажной сумки шопера. Если у вас остались вопросы, то пишите. Будете вязать по данному видео, то обязательно дайте мне знать, отмечайте меня в Instagram или просто присылайте свои фотографии в мою группу ВКонтакте. Будет очень интересно посмотреть, что у вас в итоге получилось. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока!